Продолжаем движение. Позади курган, впереди Тюмень. С правой стороны по ходу движения группа озер. Группа озер. Озеро Лебяжье, озеро Камышное, озеро Кривое. Так, населенные пункты Куликово с правой стороны, Новодоставалово, Мокино, Якимово, Памятное. То, что вот с правой стороны по ходу движения. С левой стороны по ходу движения Юрково, Скопино, Боярак. Двигаемся в сторону Тюмени. 12-я серия. Москва, Кемерово. Почитаю сообщение. 11:42 Вадим написал: на Урале и в Сибири практически все парковки и стоянки не асфальтированы. Для меня это удивительно. Откуда этот пофигизм к комфорту и к людям в целом? Возле Сима можно было сделать красивую смотровую площадку, не этого божества. Абсолютно согласен, даже сомнения не вызывает в споре. Абсолютно верно. Буквально с языка снял то, что я сам хотел сказать, что вот возле поселка городского типа Сим можно было бы сделать изумительную смотровую площадку, такую, например, как сделали на Байкале у поселка городского типа или город Листвянка. Панорама потрясающая. На этих смотровых площадках можно было бы и сувениры продавать, ну и какие-то вот запоминающиеся места, запоминающиеся вещи. Ведь много туристов, автопутешественников проезжают вот это место, красоты просто невероятные. Вы, наверное, видели, сколько там вот одномоментно находилось автомобилей. Но это еще мало было. Такого же внимания, я думаю, требуют и другие места. Например, стела Полярного круга. Потом вот эта стела Азия, где вот заправлялся, я забыл на этом акцент сделать. Значит, ну там, где потом вернулся на заправку, вот подъехал, чтобы показать вам стелу. Там тоже сделать такое вот какое-то привлекательное место для туристов, для путешественников. Да и многие другие места, о которых по мере того, как буду вспоминать, буду говорить. То, что с правой стороны на отдалении, ну, примерно километров 5 по ходу движения, озеро Мясниково, с левой стороны поворот на населенный пункт Першино, ну, а так место в основном не обжитое, и населенных пунктов других я пока не вижу. Что касается этих стел, памятных мест таких знаковых, то вот, например, на границе между Хабаровским краем, на границе, по-моему, Владивостокской области, нет, не Владивостокской, Хабаровской области, находится вот такая стена, типа стелы, не знаю, стрелка показывает на запад, написано «Москва», на восток стрелка показывает «Владивосток». Ну, наверное, Владивостокской области. Да нет, не Владивостокской области, господи, там Хабаровская.
Ну, там есть такое место, на границе Хабаровского края тоже есть, и Забайкалье тоже есть площадка, тоже стоит вот такие знаковые, как скульптуры, фигуры. Там площадку сделали для дальнобойщиков, можно заехать, отдохнуть. Кстати, видео об этом у меня есть, по-моему, Екатеринбург, Владивосток. Я заезжал на эту площадку. На эту площадку. Вот замечательное место в Забайкалье у поселка Листвянка. Там тоже сейчас специально сделали отдельную смотровую площадку. Раньше она была прямо на дороге. Ну а здесь немножко левее сделали на возвышенности. И вид открывается на Байкал, ну просто потрясающий. До самого горизонта Байкал уходит, противоположного берега практически не видно. Внизу поселок вот этот Листвянка. Очень красивое место. Таких мест много. Вот. На заправке, на которой я заезжал, где вот произошел казус у меня с заправкой, стелла стоит, написано «Азия». Как-то я упустил этот момент сказать. Тоже могли бы сделать для туристов вот такое место, где бы можно было и сфотографироваться, и как-то заснять, что ли, запомнить это место. Сейчас оно закрыто там торговым рядом каким-то, какой-то торговой палаткой. Но на самом деле это место очень красивое и знаковое. Так, с левой стороны по ходу движения река Нияд, населенный пункт Тинякское, то есть одноименное название. С правой стороны далеко река Ежиха, населенный пункт Подборная. Продолжаем движение в сторону Тюмени. Ну, дорога вы сами можете оценить. Я могу только подтвердить, что этот участок дороги просто великолепный, в отличие от того, если бы ехал через Бердюжье. Бердюжье тоже очень красивые места, но при подъезде к Бердюжью там дорога колейность, разбита. Ну, ехать-то можно, там троечку поставить можно, без натяга. Но вот здесь дорога в сторону Тюмени просто великолепная. Просто не замечаешь, как нога упирается в педаль газа, утопает. Дальше по ходу движения с правой стороны населенный пункт называется Стеклозавод и река Бродавка. Стали возникать проблемы с задним правым колесом. Обратил внимание, что спускает потихоньку. Вот периодически подкачиваю его Впереди опасный поворот. Ограничение 90. с собой таскаю компрессор автомобильный. Вот уже несколько раз заметил, что заднее правое колесо не совсем мне нравится.
Вообще, мое мнение, вот на трассах нужно сделать такие знаковые стелы, столбы поставить, ну, не знаю, что-то вот такое соорудить. Наверное, это географическое общество России за это возьмется когда-нибудь. Ну, например, поставить стелу «Восточная Сибирь», «Урал», «Западная Сибирь», чтобы вот иметь, скажем так, визуальную память вот об этих границах, об этих вот районах. Это никак бы не ухудшило вот не ухудшило бы качество дорог. Ну, вернее, вот остановился стекло помыть, заодно вот посмотрел заднее колесо, оно мне очень не нравится. Справа за деревьями населенный пункт Боровлянка. Недалеко от дороги поворот проехали. Но это я в кабине автомобиля, в салоне автомобиля говорю, что трасса, дорога не избалована. Ну, более говорю, детально вы сможете послушать, когда размещу полное видео без ускорения с оригинальным аудио. То есть любители таких вещей можете на втором канале «Видеодорог 2» ожидать. Не обещаю, что скоро, вот, но такое в планах есть. Сейчас двигаюсь в сторону Тюмени. Впереди будет поворот направо. В размышлении, вот в таком раздумье ехать напрямую до Тюмени, показать полностью трассу. Или Ялауторск, поворот будет направо, в сторону города. Вот в таком раздумье. Там два поворота будет. И Заводоуковск можно будет свернуть, сократить путь. Но вот стоит такая цель, показать полностью дорогу до Тюмени. Должен сказать, что в этих размышлениях, раздумьях проехал эти повороты. Вот. Ну а потом, думаю, что ехать до Тюмени, там осталось километров 50, по-моему. Решил свернуть направо и сократить путь. Вот выйти на трассу Тюмень-Ишим. Там через поселок пришлось. Ну, это видно будет в следующих сериях. Движение очень комфортное, не очень большая интенсивность. Ограничение 90. Движение не очень интенсивное. В общем, вполне комфортно и для автопутешественников, и для туристов. Ехать можно без проблем. Временами обочина, правда, требует внимания со стороны дорожников. Но я думаю, это не самое главное.
Так, дальше по ходу движения с левой стороны населенный пункт Битюки. Чуть ранее проехали населенный пункт, с левой стороны был, но далеко. Батыни, но это уже все позади. Впереди, с правой стороны, населенный пункт Солобоево, с правой стороны по ходу движения, с левой стороны школьный поселок, по всей вероятности. Чуть дальше, за школьным Рафаэлово, очень много озер, много рек, рай для рыбаков, для охотников. С правой стороны в отдаленности населенные пункты Ботники, Малыши, Пастухово. С левой стороны, значит, за школьным Исетское, озеро Теренкуль и озеро Байдаково. Чуть-чуть проехав, впереди начнутся вот реки такие, которые будут пересекать трассу. Вот рассматривая на карте, скажу, что вот без преувеличения находка для тех, кто увлекается рыбной ловлей. Ну, наверное, и охотники здесь тоже развлекаются, потому что место вот такое не очень, скажем, освоено людьми. Обгон запрещен. Ограничение 90. Ну, комментарий из салона, он более детальный, более привязанный к конкретной точке. Местами идет ремонт, вернее, строительство дороги. Движение организовано по одной полосе. Но без особых таких пробок, без особых таких стоянок. Двигаться вполне комфортно. Обгон запрещен. Ограничение 90. Так, продолжаем движение. Ничего примечательного пока не наблюдаю. Ну, далеко в стороне поселок Новиково называется. Вот, еще дальше Ишимский поселок. С левой стороны по ходу движения будет. Но далеко, с дороги его не видно. И с правой стороны поселок Зерновой и Миролюбово. А также поселок Коммунар. Место не очень такое обжитое. Вот, но красиво, красиво. Может быть, тем и красиво, что не обжито. Люди обычно быстро превращают. Ну, не буду называть во что.
Ну вот этот 10-минутный ролик, который я ускоряю в 3 раза, я вот, например, на карте ничего такого более, ну, который бы, за что бы зацепился глаз, я, например, не вижу. Находимся территориально, Исетский район. Так, я, по-моему, говорил или нет еще. Ну, далеко впереди, с правой стороны, по ходу движения, поселок Зерновой, Миролюбово и Кукушки. Вот такие небольшие населенные пункты. Так, по карте увеличиваешь, смотришь, ну, несколько домов. Ну, с десяток домов, наверное, может, даже меньше. Вот сейчас в раздумье, как ехать, сократить через Заводоуковск или через Тюмень ехать. Ну вот сейчас преобладает такая мысль, что ли, проехать полностью до Тюмени. Ну, до поворотов на Лаветорск и Заводоуковск еще далековато. С правой стороны по ходу движения населенный пункт Шорохово, с правой стороны, с левой стороны наблюдая река Марзагул. Ну, место открытое, зимой, конечно, тут, наверное, не очень комфортно, продуваемые ветрами со всех сторон, деревьев нет, чтобы служили как бы ограждением от бокового ветра. Неплохая обочина, разметка. Местами асфальт меняет цвет от темного к светлому. Ну вот по светлому участку в темное время можно двигаться вот так более уверенно, нежели по покрытию, где оно черное, темное. Темное покрытие поглощает свет фар. И если разметка плохая или ее нет, то вообще едешь как будто, не знаю, в черноте, куда, что, ничего не видно. Столбов освещения нет, поэтому предпочтение нужно отдавать движению в светлое время суток. Изредка попадаются заправочные станции. Ну, я бы не сказал, что с заправками туго здесь. Заправок достаточно. Ну, Тюменская область. Интересовался, почему бензин в Тюмени такой же по цене, как и по всей России. Ну, говорят, что нефть везут
в другие города, там перерабатывают, получают Отбой бензин. запрещен. Ограничение 90. Потом возвращают назад, ну, транспортные расходы и так далее, и так далее. Ну, то есть объяснение находят, обоснование найдено. Ну, вот пытаюсь сравнивать реальную картинку с картой Google. Ну, или карта Google, наверное, допотопная. Да, по всей вероятности, карта Google старая, поэтому и многих вот таких каких-то заправочных станций или населенных пунктов я, например, не вижу. Хотя на самом деле видны повороты и так далее, и так далее. Какая-то жизнь есть. Далеко впереди река Цинга, но она будет, ее будем пересекать. Наверное, надпись можно будет рассмотреть, разглядеть. Так, сообщение. Сергей Сундиев написал. Я подумал, что он по карте так и поедет весь маршрут. Но это вообще-то идея. Нужно будет как-нибудь приколоться. Весь маршрут вот показать по карте на курсоре. Курсором. Хорошая идея. Надо будет подумать, как приколоться над вами. Почему я растягиваю или как делаю, ну, максимально, что ли? Он ускорен сначала в 64 раза и потом еще в 5 раз. Это 120, сколько там, 120, 60 умножить на 5, в 300 раз с лишним, 300 раз. Вот, делать еще больше ускорения, ну, вообще невозможно будет рассмотреть вот эту трассу. А мне хотелось, чтобы вы и трассу могли, вот, весь маршрут, трек, посмотреть, как-то сориентироваться. Ну, в общем, такая вот история. Я сам, когда прочитал это сообщение, включил посмотреть этот трек. На самом деле, такое впечатление, что всю дорогу ехал по карте. Молодец, рассмешил меня. Так, слева по ходу движения река Цинга. Не знаю, насколько она рыболовная. Кстати, вот просматривая движение курсора, вот можете обратить внимание, если острая стрелка, значит, скорость равномерная. Вот если стрелка, этот трек, курсор останавливается, значит, в реальном времени там тоже была какая-то остановка или затор, пробка или еще что-то такое. Ну, то есть этот курсор на треке, он отражает реальное движение. Там, где едешь быстро, стрелка острая, равномерная. Там, где стрелка тупая,
Ну, значит, там какой-то затор. Ну вот, остановка вызвана тем, что подкачал колесо, спускает заднее правое. Ладно. Значит, справа по ходу движения населенный пункт Леваши. Ну, видно промышленное здание. Какая-то центральная улица там, лес. В общем, поселок или... Ну, поселок, по всей вероятности, находится, ну, в лесу. Такой лес может быть невысокий. Вот, но в очень зеленом, живописном месте. Водоемов особых тут не заметил. С правой стороны река, по мосту переехали реку Цинга, она ушла вправо, далеко. Дальше по ходу движения СНТ Горошенко, СНТ Восход. Ну, что-то связано с санаториями, по всей вероятности. Не знаю, как расшифровывается СНТ. Поэтому выдумывать не буду. В общем, хорошая санаторная зона. И лес, и поля, и река. Очень красивое живописное место. Ну и дорога, как можете наблюдать, просто замечательная. И обочины, и разметка. И дорожное полотно. Ну, это он предупреждает о том, что приближаемся вот к повороту в эти СНТ Горошенко и Восход. Все-таки решил не ехать в Тюмень, не заезжать в Тюмень, а уйти на трассу, как же он называется-то, господи, Ялуторск. Ну, решил все-таки это самое не ехать, говорю, в Тюмень, а сократить примерно, сэкономить порядка 100 километров
и проехать через Ялуторовск, город. От Тюмени до Ялуторовска можно посмотреть видео. Москва-Томск, когда попал в грозу, в сильную грозу, и вот разряды молнии очень сильные такие, как раз были на участке от Тюмени до Ялуторовска. Решил не сэкономить, значит, далее по ходу движения с левой стороны населенный пункт Анохина. Ну, в Ялуторовске останавливался, хотел остановиться на ночевку. Это когда выполнял маршрут Москва-Томск. Но вот этот ливень, сильная вот эта гроза, разряды молнии. Только въехал в Ялуторовск, смотрю, стало небо светлеть. Время еще раннее было. Ну и решил еще немного проехать. Проехал за Водоуковск. Вот смотрю, светло. Ну и тихим сапом таким доехал до Ишима. Остановка вызвана ремонтом дороги, ну а далее опять посмотрел колесо, но очень мне это не нравится. Так, далее по ходу движения. Обгон запрещен. Ограничение 90. Поселок Головина. Там же рядом реки Пышма, Прорва, Магакуль. На реке Пышма стоит город Пышма или Пышма. Ударение ставьте сами. Вот в размышлении, менять, не менять колесо. Все вот. Там еще проблемы есть. Ну, навигатор я уже давно выбросил. Перестал им пользоваться, поставил планшет. Планшет и навигационная система MapMe. Или MapMy, не знаю, как читается по-английски. Но общения дальнобойщиков нет никакого. Значит, они предпочитают, ну, наверное, из Кургана в Тюмень, хотя там тоже особо не разговоришься, не особо не слышал разговоров. Конечно, на маршруте от Кургана до этого, как же его, господи,
до Бердюжья, до Аббатского, там бы, конечно, было гораздо так, Бердюжья, там у нас потом был бы этот мотель Уют. Ну вот одно из таких мест, которое мне очень понравилось и которое я бы рекомендовал всем. Это примерно в 200 километрах, не доезжая до Омска, ну 200 плюс-минус там немного, 200, может 220, вот, то там вот он в мотеле Уют, мотель 3 семерки, а при подъезде к ним, так там еще ряд поставили мотелей, вот, то там можно вполне остановиться на отдых. Очень здорово ожил вот этот участок в Омской области. Все больше и больше мне не нравится заднее правое колесо. Чувствую, как начинает временами тащить вправо. Ладно. Вот сейчас направление я изменил от Тюмени. В Тюмень решил не заезжать. Направление взял на Ялуторовск. Ну а дальше Медвежьегорск. И ориентировочно остановиться на привал под Ишимом. Движение слабенькое, интенсивность движения. Вот. Ну, великолепная природа на загляденье. Да и погода этому способствует. Я имею в виду, солнце выглянуло. Решил заехать в поселок Княжево в надежде увидеть шиномонтаж. Файл заблокирован. Это полицейского перескочил. У меня установлена высокая чувствительность на видеорегистраторе. Но, к сожалению, нигде не вижу шиномонтажа. Расстроен, конечно. Потерял только время.
такие вот дела. Легче всего, конечно, найти шиномонтаж на оживленной трассе. В общем, сейчас голова забита одной мыслью найти шиномонтаж. Компрессор для подкачки есть, но, к сожалению, от этого есть специально баллончики с аэрозолем. Если колесо немного спускает, то можно баллончик туда заправить. Ну и этот гель ну, закрывает утечку, там прокол или еще что. Этот гель помогает, как бы заклеивает колесо изнутри. Но, к сожалению, ни магазинов пока не вижу, не тем более шиномонтажа. Впрочем, надеяться на хороший шиномонтаж здесь не приходится. Вот сейчас думаю, наверное, было бы самое правильное доехать до Тюмени и там уже на окружной, на обводной дороге, на окружной дороге, или как ее еще назвать, вот там было бы проще, конечно, найти шиномонтаж. Ехать без запаски, конечно, ехать без запаски рискованно. Но это вот разве движение, каждые там километр останавливаться? Ну вот, выезжая на более-менее оживленную трассу, это от Тюмени до Ялуторска, в общем, до Ишима трасса, в надежде здесь что-нибудь найти, увидеть. Так, сзади остался поселок Богодинский. Вот, но заезжать туда я не рискнул, чтобы опять не потерять время. Впереди камера. Ограничение 90. Здесь должна быть большая активность на 15-м канале. Все-таки дальнобойщики гоняют по этим трассам. Ну, не знаю пока, сейчас уже не помню.
он отказывается встречаться в студии с матерью убийцы. Ольга Васильева уже прошла проверку на полиграфе и ждет своего выхода за кулисами, прямо за спиной мужчины. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. И сегодня в студии отец Максима, Олег Левченко. Олег, здравствуйте. Я не представляю, что переживает человек, который теряет своего сына. Я точно знаю, что эти раны никогда не затягиваются. Желаю вам терпения всем. Я должен сразу обратить внимание зрителей, что вы отказались проходить тестирование на полиграфе, и вы отказались от очной встречи с родителями мальчика, которого признали убийцей вашего сына. Почему? Ничего такого. И со второй стороны мы будем встречаться только с судом. Это, безусловно, ваше право, я не хочу на вас давить. Мне важно объяснить зрителям, почему вы нарушаете правила программы и почему вы не это... Ну, по этой дороге уже ездили. Правда, тогда шел ливень, гроза была, дорогу невозможно было рассмотреть. С правой стороны сейчас проехали поселок Киево. Киево. Далее по ходу движения левый поворот на станции Веркутский, поселок Веркутский, ну там же и станция железнодорожная, то есть с левой стороны по ходу движения железнодорожная ветка. Далее по ходу движения с левой стороны населенный пункт Беркут, ну и озеро. Тут я вот смотрю по карте, ну, не знаю, небольшое озерко, скажем так. Хотя реально, я говорю, доверять особо карте Google не стоит, тем более она какого года-то. По-моему, 12-го года. Далее по ходу движения с левой стороны озера Конопляное, с правой стороны озера Чукреевское. Ну, озер
достаточно много вдоль трассы, что справа, что слева. Их, правда, не видно, но они есть. С правой стороны поворот на улицу Зеленая, там же озеро Баушево. С левой стороны по ходу движения населенный пункт Прогресс. Ну, видно только поля сельскохозяйственные. Ну, обычная сельская местность. Двигаемся в сторону города. Двигаемся в сторону города Ялуторовск. Но заезжать в город не буду. Опять-таки, чтобы не терять время, найти там шиномонтаж, наверное, можно, но петлять... В общем, поставил перед собой цель доехать до Ишима, а в Ишиме там серьезный шиномонтаж, в надежде, что там смогут как-то мне в этом плане помочь. Ну, с левой стороны там не видно, правда, но это пригород Ялуторовска. Не видно, к сожалению, с левой стороны, походу. Впереди город, ограничение 60. Ялуторовск позади, впереди Медвежьегорск, по-моему. Да, крупный населенный пункт. Тут и железнодорожные ветки подходят, станция завода Луковск. Я, по-моему, на поезде проезжал это место, но, по-моему, было темно, и видео не делал этого участка.
Сейчас уже не припомню, честно говоря, такие мелочи. Открытая местность, полосы разделены отбойником, двухполосное движение в обе стороны, то есть движение вполне комфортное, можно двигаться тут и в темное время, потому что полотно асфальта светлое. Стороны населенный пункт Гилева. Комментировать и нечего, сами все видите. По карте, если посмотреть, ну, реки, много рек, да. Обочина закрыта отбойником. Все-таки надо, буду искать место для того, чтобы остановиться и, наверное, поменять на запаску колесо. С правой стороны по ходу движения горозавода Луковский. Помню, как-то останавливался на ночевку зимой здесь.
курсе, кто такой. Это я не знаю. Выпишите курсы валютных блоков. Это ваша переписка. Следующий сервис, покажите, пожалуйста, ваш рак, дорогие, работает вас там и последний человек. Он нам сейчас не нужен. Вы же не можете сказать, что он не так такой человек? Знаю. А я правильно понимаю, у меня сложилось впечатление, что вы в том числе были как-то координированы по некие взаимоотношения и договоренности с правоохранительными органами. Так, подыскиваю место, где бы можно было съехать с дороги, потому что ехать на полуспущенном колесе довольно-таки рискованно. Ну, дорога по одной полосе в каждую сторону, обочина есть. Да, нужно сейчас остановлюсь, буду менять заднее правое колесо. Это, по-моему, самый лучший вариант, пока еще светло. Сказал, вот смотрите, если Катамира скажет, что они были рядом и слушали, то это может быть руководство. Так, остановился, поменял колесо, поставил запаску, колесо наполовину спущено. Вот, я
В общем, веселого мало. Хорошо, что дождя нет. Поэтому пока светло, самое лучшее это сейчас-то сделать. Ну вот все это время пока... Пока стою, это меняю колесо. Теперь все-таки это сразу мне раздался звонок, что случилось, почему остановился. Ну, объяснил причину, что самое рациональное это сейчас, пока светло, пока есть место, вот, поменять колесо. Ну а дальше по ходу движения, если увижу шиномонтаж или еще что-нибудь подходящее, то значит заеду, поменяю, не поменяю, а проверю, что с этим колесом. Вот, ну думаю, шиномонтаж, если по дороге попадется, хорошо, если нет, то в Ишиме, наверное. Это вот такой неприятный момент во время этой поездки был, когда... Ну, это, по-моему, это впервые за все эти годы, что вот постоянно спускаемое колесо заставило поставить запаску. Вот, но ехать без запаски крайне опасно. Поэтому сейчас озаботил себя тем, что нужно найти шиномонтаж, чтобы могли или найти прокол, или найти причину утечки, почему колесо спускает. Ну вот, на этом, по-моему, заканчивается серия. До следующей серии.